Здравствуйте! Сегодня благоприятный день для занятия красотой, решения финансовых вопросов, открытия банковского счета. А еще день подходит для маркетинга, рекламы, продвижения, творчества, свиданий и любви. Соблюдайте сегодня аккуратность на дороге, держитесь подальше от алкоголя и хорошо закрывайте все краны в доме. Совет дня сегодня очень душевный. Посмотрите хорошее кино под пледом и с какао. До встречи завтра. Всего вам хорошего.